Если мы выжить, это будет тупо. Так, взрыв разметал все, что дальше? Коза... В смысле, коза выжила? Если выжила... Не выжила, не выжила. Страшно, страшно. Твою защиту. Блять. Поднимите ваши ручки, как там было так в песне. Где же ручки? Давай поднимем ручки. Страдать! О, коза! Ну, чудовище. Извини меня, блядь! Мужик! Ну почему я не могу его за пяточку-то пощекотать? Да ёбаный рот! Держусь, держусь. Идеально. Помыть слоев так всегда надо. Так, держись. В принципе, можешь отпускать. Еба. Угу. Это близко было. Я хочу нас сделать фиолетовыми. Блять. Я не готов на это подписывать. Отцепить мне так будет проще. Да блядская рука! Под слоумо. У меня рука в слоумо слишком быстро. Слишком не слоу. Слишком. В стене, в полу, не важно. Я имею в виду, что я стрелу сейчас не поймал по причине пидара. Да вот ты как прикажешь из этой хуйни выбираться? Раз, два, три. Молодец. Долбоёб! Да нахуй ты-то отцепился? В смысле, зачем? Ты держал. Ты держал. Я хотел поднять нас, наоборот. Ты ниже... Блять, наоборот, ты выше был. Раз, два, три. Блять. Почему? Я, блядь, почему-то я в голове до четырёх считал. Ты такие фанат. Я, блядь, спрашиваю еще раз, кому ты там считаешь? Какой из твоих личностей? Пустыня типного вестерна. Классное название. Ты бы хотел за жопу потрогать, пожалуйста, мать. Падай в кактус, жопа. Да! Ебать ты, садист. Опа. Чё? Чё, блядь? Я куда-то прилетел, там стоит мотоцикл. Да, я видел. Он нас убьёт? А, теперь понятно, для чего нужен был мотоцикл. Садись, блядь, ебаная рука. Ебаная рука. Я держусь. Влад, отпусти колесо! Поехали, блядь! Самолет! А мне что делать? Держись за мотоцикл! Нет! Что за говно? Может, надо за руль держаться? Давай, поехали. Папай. Ааа, держись! Я держусь. Все, едем. А, надо вперед нажимать. Вилли, так называется. На заднем колесе, по-моему, козлом что-то называют, но и вилли, да. Воу, погнали. Туда-туда, ух, трюки, блядь, мотоциклист. Да не туда, вперед, тожми вверх. Да я! Имбецил. Пизда.
Самолет, да ты остановишься, нет, ну подожди. Я, кстати, думаю, мы живые остались. Да блять! Да поедем так, по! Давай! Да бля! Он просто такой. Ну типа да, вот так, спасибо. Блять. Горочка, помоги! Горочка, помоги! Да блять, как он тут ползет? Почему такой гигантский? Ну это у тебя, скорее всего. Мы идем по вероятному. Что странно? Гони! Вот это да, вот это да, вот это трюк. Идите, еблить! Нам надо разобраться с тем, как у нас направление идет, когда мы, блядь. Ну у меня точно, да, я понял, да. У нас нет. Бля! Нормально. Ебать, что? Видишь, что мы, блядь, баланс пиздец нарушаем. Ну на. Давай, ну. Даже туша, да блядь, я не все расположишь, блядь. Наскачу до сюда, блядь. Жми. Ебать. Блять. Давай, давай. Рот. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Да блять. Конченый. Да перевернись. Через этот. Блядь. Конченый мотоцикл, блять. Да все, да успокойся, все нормально. Понятно, надо, блять. Нормально доехать. Тут непонятно, как управление ним сделать. Нихера не объяснено, блять, пизду. Так, когда мы уже сдохнем, блять, окончательно? Храм мускулов, каньон 10. Когда каньон уже закончится? Это, блядь, должно быть последнее, я верю в это. Ну и 10. Мы в храме этого говна. Красивое число. Да, мы в храме этого говна, тут должно быть все кончиться, я уверен в этом. Угу. Как раз венец, вон, блядь. Вот. Отмучились, нахуй. Давай. О, блядь, ебаный хуй. Пойдет, пойдет, пойдет. Блядь. Блядь, да, да, да. Два на счет три. Опа. Только дай мне заскачки, пожалуйста. Страшно, не нравится эта музыка. Мне тоже. Покатились. Мне кажется, выходим из локации. Мне кажется, пизда. Что? Мужик, не надо. Мужик. Акамемнон. Сосуд соблазн. Соблазнительно выглядит, ничего не скажешь. Сейчас заебись. Чё тебе? Левый особенно, такой пиздец. О, что? Love story. Нет, мой. Он любил сердежко. Meet and greet, борьба за любовь. Что? Что? Чего, блядь? Уиллис и пацаны. Твою мать. Убить ему нахер. Убить этот пиздец, блядь. Ёбаный рот. Ну вот, конечно, вот видел, как он в интернете выглядит, а теперь как в этом. В жизни. Mm-hmm. Ну, трава, в принципе, ну и понятно, что в Африке трава. Хочу травы, да. Трава это вот как раз, кстати, после грибов. Да. Молодец. О, кого-то похоронило, вон, смотри. Пиздец, вот это страшно. Да. Ты кнопку нажал, давай. Блять, убить. Да сука! Где моя, блять, рука? Шляпушка. Что, блять, где? Да, апокалипсис. Да, из-за грибов. Слишком много прихода. Думаю, я уже страдать начинаю. А? Да что-то раздавит. Да должно закончиться, ебать. Чего, блин? Что это за хуйня?
Метафорическая утка. Мокрая марионетка. Что, блядь? Нам нужно вытаскивать эту поеботу. Ага. Куда пролетит? Я тебя выщипаю, сука. Потом приготовлю. Что? Ты пидарюга? Охуела? Нет. Да ты конченая, блядь! Я задолбал! Да, блядь! Тихо. Да. Да, блядь! А? Хуй сработает, блядь. А, она сама сильно запасла. Блядь, сейчас дяков придется так долго. Успеем перезарядиться. Давай, бьём. Пошёл нахуй. А, блядь! Кстати, дятел упал тут. Тот самый, который нас убил, рядом с нами упал. Давай потом закончим этот пиздец. Блядь, ну тут буквально осталось. Да в пизду, я заебался. Уже 8 часов, мы этой хуйню уже, блядь, 2 часа сидим практически, может, полтора минимум. А? Что, блядь? Что? Блядь, тик. Чё за пиздец? Это была запись? Блять, а так можно было, ёбаный рот! Слабый кукловод. Нет, суть в том, что это был баг, когда все копья воткнулись в неё мгновенно. Да, я понял, блять. Мгновенное похождение. А может, это потому, что игра такая уже посмотрела на нас, такая... Да ну вас, да, пошли нахуй, конченые! Да, да. Ну, блядь, Джесса! Ну как во, надо же было такой момент испортить. Хусти. Тем временем! Сука! Это с ней мы сражались! Мне кажется, что это в этой битве мы трахнули утку. А она нас. Это конец? Чего, блядь? Все это время мы играли для того, чтобы выебать утку. Знаешь, им только сигареты, блядь, в губах не хватает, и не знаю. И бутылки в рот. Да, в другой рот бутылки. В одной сигаре. Окей. Я вот реально жду водопада. А. Что, простите? В смысле? Плывем дальше, похуй! Возможно, забрали нас для каких-то исследований. Вернули на место, блять, назад. Назад, да. Блять, я угадал. Да ну нахуй, в смысле? Да, это... Он что там за хуйня заморочил? А! Их поймали, Амадей, эти три идиота. Коут, либо его подобие. Нет, этот был в самом начале. Утка. Нас вернули на место. У нас просто вернули на место. Пиздец. Ебать, ты действительно. Не, финал хороший. Прикольно. Айба нехуй сбегать, долбоёб! У меня просто, знаешь, такое ощущение. Это завершение хорошее. Разработчики абсолютно гении, если они действительно задумают, что вот люди будут страдать, а потом типа такой баг произойдет, а это на самом деле не баг, а это все на самом деле задумывалось. Вопрос, какого хуя? Я такой, знаешь, просто не понял, что это вот, вау, я прошу игру, меня, блядь, я заебал! Поражаюсь, что, скорее всего, абсолютно так и было задумано, и разработчики просто ёбаные гении, они именно вот то, что с тобой сейчас происходит, они, возможно, такого, таких эмоций добивались, понимаешь?
Ты сердце сон.